21 аппарат по добыче криптовалют изъят у гражданина Дзидзари Вадима Нурбеевича. Данная действующая майнинг-ферма ликвидирована в селе Лыхны Гудаутского района в результате оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Госстандартом Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД. Также в селе Лыхны в частном домовладении гражданина Цейба Андрея Михайловича было обнаружено 37 аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование в количестве 58 единиц конфисковано и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В отношении владельцев приняты меры административного взыскания. В городе Гудаута в домовладении по улице Нарта сотрудниками участковых уполномоченных милиции патрульно-постовой службы отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно со службой государственной безопасности в ходе оперативно-профилактических мероприятий обнаружены 9 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Кварче Лале Шамилевне. Оборудование изъято.